Угу. На вино деньги есть, так? Так. А как долги платить, так денег нет. Гадость! Фу! А еще священник. Пан, не плюйте здесь. Еще раз плюну, если мне захочется. Вот так. Видел? Фу! Воспитанный человек должен вести себя деликатно, а не как шантропа. Это я-то невоспитанный человек. А кто же я, по-вашему? Ну, кто? Прошу. Дерьмо, вот кто. Плюете на пол, как в трактире. Я всегда удивлялся, почему висят надписи «Плевать на пол запрещается». А теперь вижу, все это из-за вас. Вас, верно, всюду очень хорошо знают. Вы тварь? Ай, ну, пустите ладно, меня! Ладно. Я уважаемый человек! Ладно, иди на лестницу, там остались.